Очередная жертва наивности и невнимательности в полицию обратилась жительница города, которая после того, как пустила в квартиру незнакомого мужчину, представившегося сотрудником технической службы, недосчиталась пенсии и накоплений. Общая сумма урона составила 35 тысяч рублей. Женщина признается, злоумышленник ввел ее в заблуждение, когда предложил проверить розетки и провода в ее доме. Пока потерпевшая выходила в другую комнату, неизвестный вытащил деньги из кошелька. Сотрудники полиции завели уголовное дело. Продолжается расследование обстоятельств произошедшего и поиск подозреваемого. Послышалось, мне дверка хлопнула у ящика. Говорю, у меня там деньги лежат. Ну, и пенсия лежит, и тут скопила немножко. У меня лекарства очень дорогие. Говорю, мне как раз вот я была на лекарствами пользовалась от поликлиники. Я вторая группа инвалидности. А теперь я отказалась. Говорю, мне вот это самое. И я сразу оттуда бросила все, выхожу, и он выходит. Вышел на площадку, говорит, у вас тут, и тут лампочка болтается, ее так потрогал. Говорит, а свет-то горит? Я говорю, да горел вчера. Я сейчас внизу включу, а вы тут посмотрите, загорится или нет. Он вышел, кричит, загорелось? Я говорю, нет. Загорелось? Нет. И тишина. И что-то у меня сразу от подозрения, я моментально за деньги, кошелек пустой. Я выбежал на балкон, нигде ничего нет. Тут же вызываю милицию.